Благоустраивается город Киров. Новые дома, кварталы, новая теплая электроцентраль. Скоро она даст электроэнергию и тепло заводам, новоселам, стройкам. За 4 года семилетки только предприятий бытового обслуживания открыто 76. А город растет, продолжает расти. В предвыборные дни на агитпунктах проводятся лекции, беседы, доклады. Каким будет завтра областного центра? Об этом рассказал избирателям главный архитектор города Иван Максимович Синица. Кварталы удобных, красивых домов украсят окраины в западной части города. За 4 года, прошедшие со дня прошлых выборов в Верховный Совет Российской Федерации, в Кирове построено столько жилой площади, сколько было в дореволюционной Вятке.